плеча. Все люди в деревнях строили большую пуховую солому, масленую. Ее одевали в женскую одежду и отвозили на самую высокую гору, чтобы маслена увидела, откуда придет весна. Все это действо сопровождалось играми, песнями. Все люди шутили, веселились, гадали. А молодежь строила большие снежные горы и мастерила качели. А в домах накрывала большие столы. А для нашей Маслены ансамбль «Иванов цвет» исполнит песню. Страшно было исполнить свою вторую обязанность. С вечером послать приглашение теще на блины. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. На поднос она кладет